Это комната 18, вторая около 14 метров, кухня около 10 метров, 1,5 метра туалет и 3 с небольшим ванная. Балкон 2,42. Высота потолков 2,70. Машинная стяжка полов вентилированная, да? Электрические розетки. В прихожей, если заметили, двухтарифный электрический счетчик день-ночь. Радиаторы. Терморегулятором и скрытая проводка труб полов. На кухне, если заметили, силовая розетка для электрической плиты. Санузле, фановая труба с заглушкой, полотенцесушитель и счетчики на воду. Несущие только, получается, у нас несущие только колонны. Да, газобетон. Сколько пошли? Около полуметра. Thank you.